Nemohu vám napsat opus Vlastenecký pánové, neb ničeho neslyším. Ale mistře, vždyť kdo je? Já neslyším, pánové. Pero. Jste pryč. Pilsner Urquell. Inspirující chuť. Ahoj, privět. S vámi opět Čech pytající se vyučit rusky. Da, jak vy mohli zamětit. После серьезных политических тем сегодня медленно погрузимся в пивную пену. Кстати, говоря о политике, чешские политические журналисты зачастую с удовольствием используют метафору чешской пивной в качестве по-настоящему демократического места, где все чехи, несмотря на свои различные политические взгляды, в конце концов вечером дружественно встретятся с пивом в руке. А это не только банальное клише. Например, лет 6 назад Прага весной бурлила. 150 тысяч рабочих выступили с протестом против государственной политики. Их лидер, руководитель профсоюзов, требовал в напряженной атмосфере отставку министра финансов. Спустя лишь несколько часов их телевизионные камеры нашли, да вы угадали, когда пили вместе пиво. В Чехии пиво варится с начала времен. 3 из 10 самых старых пивоварен в мире находятся в Чешской Республике. Старейшей действующей пивоварней является монастырская пивоварня Бжевнов, которая была основана уже в 993 году. В средние века право пивоварения являлось одним из наиболее значительных привилегий королевских городов, которые предоставлял чешский король. Mein Herz ist ein Bienenhaus, wo fliegen schöne Männer. La 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 la. Kdo říká, že nemám hlas? Já že už ho ztrácím? He! Mein Herz ist ein Bienenhaus. La 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 la. Buď zdrav, bratře. Kanály jsou čistý. Taky ne. Nejsou? Tak Pepina hned do kanálu. Tam ať si huláká, jak chce. Ale ne německy. Světlé, temné, černé, nepasterizované, no jak pivo v основном sortируют sami Čechy. Самым худшим вариантом, наверное, является Европиво. Это пренебрежительное название для продукции промышленного производства. Особенно крупнейшие пивоваренные заводы, которые в 90-х модернизировались и варят универсальное пиво на экспорт, которое будет подходить и полякам, и испанцам, и американцам. А чехам, не очень. Давайте признаем, такое пиво не ужасное, но не выделяется, не имеет никакие особые черты и напоминает глобализованную пивную газировку, которая будет подходить всем и которой возможно даже поливать цветы. Если бы это был автомобиль, это дешевая, удобная семейная машина, которую после развода выбросите. На другом конце спектра находятся так называемые мини-пивоварни. Это небольшие фабрики и семейные фирмы, которые производят меньшее количество рукодельного пива старой школы из лучших ингредиентов. Используя нашу автомобильную метафору, это зачастую спортивная машина вроде Феррари, которая, возможно, дорогая, ее тяжело получить и сложно продать. Ее обслуживание кажется сложным, но все равно мужчинам плевать, правда? Dneska by to byl sen každého podnikatele, aby se čepovalo 10 až 12 hektolitrů denně. Tam se nevozily hektáky, ale 150 sudy, protože hektáky tam neměly smysl.
Большинство чехов среднего возраста имеет свою любимую марку, без которой просто не обойдутся. Например, мой отец предпочитал непастеризованное пиво из города Свияны. Второй муж моей мамы пил ежедневно только пиво марки Будвар из города Будеевице. И отец моей подруги, в свою очередь, требует исключительно пиво Пилснер Урквелл, которое обычно по географии называем просто Пилзень. Позиция этой марки, кстати, настолько сильна, что в некоторых ресторанах и пивных даже не надо уточнять, и когда лаконично скажете официанту «Одно пиво!», то принесут вам автоматически именно Пилзень. Если мы продолжаем развивать нашу метафору, это надежная серийно производимая машина высококачественной продукции, которую знают во всем мире. Но так было не всегда. В 1838 году разочарованные граждане города Пилзень даже торжественно вылили 60 бочек плохого пива в канализацию и решили: «Давайте мы можем сделать лучше!» Граждане заложили свои дома в банке для сбора средств и построили пивоварный завод, который позже назвали «Праздрой», что означает «первоисточник», и название это в принципе пророческое. 5 октября 1842 года сварили первую варку пива, какое до этого никто не пробовал никогда. А что случилось? Первоначально граждане пригласили баварского пивовара, чтобы сварил обыкновенное баварское пиво, но используя местные ингредиенты и технологии, судьба вновь сыграла свою роль. Сегодня этот вид называется в честь города именно Пилзнер и является наиболее распространенным на мировом рынке видом пива, представляющим 67% производства в современном мире. А традиционные неизменяемые 4 ингредиента: мягкая местная вода, солод из чешского ячменя, дрожжи, уникальный хмел из города Жатец. Пиво медленно пробуждается в подвале 21 метр под землей, который летом следует держать в холоде до 3 градусов. Для того пивоварня ежегодно использовала 600 вагонов льда. До тех пор пиво наливалось из кубшинов, как лимонад. В пражской пивной у Пенкасу изобрели пивные колонки, которые стали стандартом. Классический писатель Ян Неруда написал, что если бы в те времена у Пенкасу обвалился потолок, Чехия потеряет элиту своего народа. 20 лет спустя Пилзень и чешское пиво поступили в Париж, Лондон и Вену. Оцените, если это хорошо или плохо, но когда чехи примут решение что-то произвести, у них просто слетает крыша. 70% пива во всей Австрийско-Венгерской империи скоро варили в Чехии. Чешское пиво и пивоваренное оборудование было экспортировано в 400 стран мира. Чешские пивовары и инженеры скоро строили пивоваренные заводы в Китае, США, Японии и Южной Америке. В конце концов, даже китайское слово «питьё» напоминает славянское пиво. По очевидным причинам, Вторая мировая война и времена изоляции и коммунизма не принесли чешским пивоварням никакую пользу. Однако, одно преимущество действительно возникло. В то время, когда другие европейские пивоваренные заводы уже модернизировались для повышения эффективности, чешские заводы во временах застоя страдали от отсутствия финансовых средств и таким образом сохранили технологии и качество пива на первоначальном добрособственном уровне начала 20 века. И марка опять быстро приобрела в мире популярность. Сегодня в городе Пилзень параллельно варят пиво по оригинальной рецептуре в дубовых бочках, тщательно кистируют и гарантируют, что вкус любого пилзеньского точно такой же, как в 1842 году. Пані Славцова, если бы вы себя не уразили, напийте се с нами. На здравие. На здравие. Ну, так.
Dobré. Mělo by se vychladit. Naschledanou, pane. Важное место в этом процессе занимает бармен, разливающий пиво, которого на чешском называем бичепни. Это в Чехии совсем отдельная мастерская специализация на том же уровне, как сомелье или бариста. В хороших пивных гордятся тем, кто о ваше пиво сегодня заботится таким же образом, которым рестораны связаны с фамилией своих шеф-поваров. В Чехии используется несколько методов разливания, влияющих на вкус и внешний вид, и вы можете самостоятельно выбрать Hladinka, Schnitt, Mlíko или Čochtan. Плезень тренирует своих барменов и медленно открывает собственные пабы и пивные по всему миру, бармены из которых обязаны регулярно провести стажировку в Чехии, чтобы гарантировать уровень и качество своего пива. Вот это была история пивного первоисточника из города Плезень, хотя интересных пивоварен в стране гораздо больше. Здесь карта, надеюсь, что вы сможете их заметить. Я бы сказал, что Плезень является удобной отправной точкой для начинающих, которые хотят с чешским пивом познакомиться. К пивной тематике, конечно, будем возвращаться. Я позорно признаюсь, что русское пиво я еще не попробовал. На данный момент я знаю только пиво Жигуловское из книги «Москва петушки» писателя Венедикта Васильевича Ерофеева. Которую марку вы бы мне порекомендовали? Ну, тогда держимся так и некто на висен рэбе. Старый висен не нехали скидом. Так если бы вы от нашего пиророза живота. Máš se stejnak nejlíp, občanko. Jdeme makat, rozumíš? Pracovat. Rukama, chápeš? Sakra! Nechápeš. Tak fíj.